Ульяновский государственный технический университет теперь сотрудничает не только со школами, но и с детскими садами. Такая инициатива стала частью программы по ранней профориентации детей. Идею предложил исполняющий обязанности ректора вуза Александр Пинков. Накануне в университете прошла встреча с руководителями дошкольных учреждений. Программа охватила сразу 12 детских садов. Она рассчитана на весь учебный год. Это дидактические игры и задания по теории решения изобретательских задач. Ребят даже начнут обучать физике. Так многие дети уже успели побывать в музее раритетной техники УГТУ и на Международном молодежном инновационном форуме. Мы считаем, что этот проект очень перспективен. Ранняя профориентация становится теперь одним из трендов в педагогике не только у нас в стране, но и за рубежом. Мы считаем, что мы находимся в авангарде, и очень приятно, что этот проект реализуется так успешно. Как отмечают руководители дошкольных учреждений, проект не только расширяет кругозор детей, но и формирует у ребят интерес к точным наукам. А это должно помочь будущим первоклашкам адаптироваться в школе.